9 утра. Так, температура воздуха 28, плюс 15 вода. Куда приглашает девушка прямо на входе около центрального пляжа? Куда она нас приглашает? На морские прогулки на красивой белой парусной яхте, часовые прогулки, морские круизы, рыбалка с приготовлением улова прямо на борту. С настью все предоставляется. Рыбалка длится 3 часа. Три часа. А сколько стоимость человека? Дайвинг, погружение с акваланга. 1000 рублей с человека. 3 часа в открытом море проведете. Все с настью все предоставляется. Рыба прямо при вас приготовится. Вот, покушаете, отдохнете, можно искупаться. Можно подбирать. Искупаться, да? Ой. Ой, я всем рекомендую в чистом море искупаться. Где-то у меня ролик выставлен, как мы с детьми купаемся в чистом море. Традиционно у нас человек с миноискателем, который потом вытащит 1000 монет, которые как бы найдены в море. градусов, как утверждают официальные люди. Официальные показания — это оплот центрального пляжа. Море спокойное, и самое главное, что чистая вода, чистая. Че? Холодная, ну 16-15 градусов. Кажется. 16-15, да. Ну пробовали заходить? Подождем лучшего. Да, ноги помочили. Ясно. Сами откуда приехали? Я с Твери. Тверь? Да. Не из Торжка? Нет. А то у меня там родняшая. Со станицы Луганская. Станица Луганская? Это да, где? Зона АТО. Где? Зона АТО. Война в Ливии. Хороший день вообще. Вчера-то было пасмурно. Ну да, вчера дождь поливал. Тоже, поэтому да. Сегодня наладится, все будет хорошо. Ну когда будете купаться? Мы сейчас будем нырять. Ну давайте, сейчас я вас поснимаю. Нет, я вообще не купаюсь в такой погоде холодной. Ну, вода хорошая, нет, чистая, вроде как. Только с вами. Да мне на работу надо бежать, чего? Ничего страшного, ну, рубашку снял, и потом на работу одел и пошел, как человек. Вот такие отдыхающие приезжают в Анапу. Сорви головы. Мы видим пляж отдыха и лечения. 5000 тонн песка вот на этой вот площади завезено, разровняли, поднялся сантиметров на 30, на 40 выше своего зимнего уровня. Вот там вот еще остались горы песка завезенные. Забрался на лесенку 2-го этажа на краю пляжа. Но чё-то толка, я не могу снять весь пляж. Народу немного, но народ есть. Наращивание пляжа. Чтоб гостям города было мягко и приятно. Привезли песочек и засыпали утоптанную часть. Ежегодно во время зимних штормов море уносит 1000 кубометров песка. И ежегодно предприятие отдыха и лечения завозит как минимум 10000 кубометров,
чтобы нарастить тело пляжа. Вот, ведущий санаторий Анапы поднимает тело своего пляжа, ну, от 40 до 60 сантиметров. Все, что море унесло зимой, все завезено.